Всем привет! Вы на канале Даша Лайф. С вами Даша и Маша. Сегодня мы устраиваем пирог в лицо челлендж. Он у нас будет с призами и с наказаниями. У нас есть три мисочки. В первой у нас написаны призы. А призы у нас такие: M&M's, Milky Way с клубникой и Nesquik. А также клубничный рондо. Сладкие палочки Кузя. И последний приз, он для победителя в большинстве раундов. Его получит только победитель. Это маленькая, мини-мармеладная пицца. Дальше у нас во второй мисочке. Во второй мисочке у нас две бумажки. Здесь написано из пластилина, а здесь из бумаги. То есть надо будет либо вырезать из пластилина, слепить из пластилина или вырезать из бумаги то, что у нас будет написано здесь. Здесь разные предметы, например, домик или дерево. Это будет у нас как наказание. И если мы справимся с этим наказанием за 10 секунд, то мы получаем полбалла. А если мы не справляемся, то ничего не получаем. Да. Ну что, начнем? Давайте же начинать. У нас есть пирог в лицо, самое главное, и сливки. Давайте же мы насыпем. Ой. Нальем. Мы не знаем, что сделаем. О, да. Давай, кто первый? Давайте, на камеру что могу. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграла, я первая. Крутим рулеточку. Четыре. Давай. У него не входит. Стоп! Мы забыли про наши сладости. Мы перед игрой должны вытянуть бумажечку. Какую сладость мы сейчас будем рассыгрывать? Это ронда клубничная. Давайте, вот она. Мы ее ставим на кон. И кто выиграет, кому не попадет пирог в лицо, тот забирает себе эту ронду. Куда крутить-то? Ура, я победила! И теперь я тяну, выбираю вот эту бумажку или вот эту. Да, закрытыми глазами причем. Так. А я пока попробую свою ронду клубничную. Из пластилина. Вот мы даем Маше пластилин. Шикарный набор цветов. Сейчас мне надо выбрать, что я буду лепить. За 10 секунд. Я сама это писала. Скажи. Кошечка. Куда это? Теперь обратно? Нет, или? Наподобие кошечки. Надо, чтобы были лапы и хвост. У меня будет коричневая кошечка. Можно мне ты сначала дашь несколько секунд на чтобы? На то, чтобы его разогреть. Все, ладно. Так. Ну давай. Раз, ты будешь еще отрывать? Для головы. Вот так, нормально. Все. Начинаем наше соревнование. Стой, подожди, я еще не начала считать. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вот у нее, вот, это кошка. Вот. Это кошка. Да, она хромает. Мне надо пожалеть. Стоп, голова. Так родилась. Все, похоже на кошку. Нет, не похоже. Да почему? Кош хвоста нет. Морда нормальная. Морда нормальная, но я тебе не зачитывала, потому что это не похоже. Все. Идем дальше. Едина. Не надо его бросить. Ты подожди ее. Не ломай. Так. Идем дальше. Выбираем тебе, потянешь. Какую мы сейчас сладость будем разыгрывать? Закрой глаза.
я так не вижу. Milky Way. Я обязана выиграть. Куда положим? Давай. Ты льёшь? Давай на цвета. Давай. На счёт три. Раз, два, три. Ты первая. Давай, крути рулеточку. Четыре. Мне кажется, что сейчас будет... Ничего не произойдет. Да не бойся. Вперед. Последний. Блин. Че, там упала ножница? Нет, это вот эта штука упала. Давай. Крути. И покажи. Два. Вот, я и держу, чтобы... Вот. Давай два. Аллилуйя. Давай крути. Крутим, вертим. Нас положим. Крутите барабан. Три. Там где-то три должно быть. Вот. Там было три. Так. Что, криво как-то налила? Это ты ей вообще заналивала? Не понял. Оно упало. На меня упало. Где оно? А тут что-то упало, оно... На, вытрись. Ты что, не будешь это есть? Нет. Странный ты человек. Ну, я не могу справиться. Я буду... Milky Way, мой кушать. Теперь мне надо будет сейчас что-то вкусненько сделать из наказания. Первым это мы сейчас будем... Ну давай уже. Вот эту. Из бумаги. Я наоборот хотела из пластилина, думала легче. Ну думала. Так, давай. И дальше... Что же мне придется? Солнышко. О, это будет сложно. Так, блин, из бумаги солнышко. Вот, бумага. Вот, у нас синяя бумажка. Будет синее солнышко. Давай. Раз, что? Два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, это на солнышко не очень похоже, это... Либо на какое-нибудь печенье неудавшееся, либо на кляксу, либо ну, на кактус. На кактус. Ну да, по-другому я не могла. Ладно. Ну ты засчитываешь? Нет. Жалко. Ну мы по-честному засчитываем, то есть не специально. 1-1 пока что. Крутите барабан! Дальше мы ставим на кон. Теперь я вот это делаю. Что у нас тут будет? Кузя. Ура. Я хочу Кузя. Так, это мы ставим. Кузя. Ставим. Так, надо ее вытереть, что ли. Красотку. Давай. Раз, два, три. Маша начинает. Нет, такое ощущение, что сейчас... Кто-то? Два! Проиграет. Это может быть ощущением. Кто ты? Это я. Так, дальше крутим. Блин, пять. Вот не дохватило до двух чуть-чуть. Сейчас точно попадется. Не точно. Это нос не могу достать. Итак, 2-1 в мою пользу. И сейчас Даша будет что-то вырезать. Опять? Или что-то... А я буду кушать. Пока.
пока даже не потом будет. Так, давайте же посмотрим, что у нас отворачивалось. О, ура, из пластилина! Ура! Надеюсь, ура, потому что из бумаги солнышко это никуда. Осталось нет, у нас это три... сладости. А, да, точно. Осталось у нас три бумажки. Ура, дерево! Мне казалось, как раз Селина его нетрудно сделать. Сейчас Даша будет лепить деревце. Так, мы сейчас возьмем коричневый и зеленый. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да. О, деревце, ну похоже, чувак. Да, я зава. Я тебе засчитываю полбала. Ура. И за эти полбала ты получаешь кузю. Не, не хочу. Я хочу. И мне, у меня 1.5 балла, а у Маши 2.5, по-моему. Да. Ты меня не засчитала. А, 2.2. 2.5. Ой, 2. Мне еще на ее наполовинку надо доказать. Так, ладно. Давай выберем, разыгрываем сладость. Давай, 2. А я пока налью сливочки. M&M's. Ура! Я просто обязана выбрать. Нет, я просто обязана выбрать. Ну да, сливки вкуснее M&M's. Давай. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, рулеточка. Сколько раз? Потому что я выиграла. Ты камень, я бумагу, я тебя накрыла, я выиграла. Понятно. 4. 4, да. Давай. 2, 4. Ура. Мне ничего не попалось. Ура, ура, ура. Вот он, кстати, наш M&M's. Два. О, два. Три. Ты просто обязана проиграть. Почему не два мне? На. Я тоже хочу. Вот тут бы пригодилась способность лизнуть свой нос. Маша, заслуженный M&M's. Держи. Мерси. А мне, получается, сейчас будем смотреть. Вкусно. Из пластилина, ура! Так. Люблю голубой цвет. И что мне надо сделать из пластилина? Хорошо. Домик. Может, кстати, нехорошо. Почему нехорошо? Не знаю. Я думаю, хорошо, я сделала синий домик. Сейчас я отлеплю. Я хотела сначала сделать синюю кошку. И оранжевенький. Крышу оранжевенькую. Получается, там осталось что-то. Так, давай. Сейчас я их разобью. Быстренько. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Успела? Ну да, вот такой домик у меня получился. Согласись. Смурфи дом. Нормальный. Больше на карандаш похож. Нормально. Но я засчитываю. Ура. Итого у нас с Дашей 3-2. Да. То есть, если мне получится сейчас отыграться, тогда у нас будет ничья. Хотя не факт. Если Маша справится со своим заданием, то, может быть, она и выиграет. Но я хочу проиграть, потому что я ненавижу Несквик, особенно эти батончики, а сливки вот вкуснее. И из-за этого мы разыгрываем наш Несквик, а мне очень нравится этот Несквик. Поэтому советую тебе выиграть. Но я тоже захочу, очень хочу.
Раз, два, три. Раз, два, три. Ты начинаешь. О, разминочка. Давай, счастливая рука, дай мне 5. 4. Тоже хорошо. Дай 4. Вот. Раз, два. Ура! Понятно. Вот так. Так. У нас решающий раунд, ну, то есть решающий момент, когда я должна, должна из пластилина, опять же, должна слепить... А я пока открою свой миску. Мороженое. Мне кажется, мороженое. Что сейчас Маша получит свои полбалла. Сейчас 3-3, из-за этого... И я могу выиграть, если я получу полбалла. Вот. Мне кажется, она выиграет. Давай. Подожди. Мне надо отломить кусочки и размять их, чтобы было удобнее лепить. На кон идет пицца. Пока там Маша лепит, мы посмотрим с вами, какая тут пицца. Вот такая вот пицца. Классно. С ягодками. Я обязана выиграть. Ну ладно. Давай. Раз, два, три. Три. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Десять. Ну какашка. Это маленькая. Мороженое, вот. Ну ты не рожок. Нормально. Похоже ведь. Вопрос шарит где-то. Ну, но... зрители, похоже? Да, похоже. Ладно, давай засчитаем. Я победила! Я победила! А я наслаждаюсь своим несколько и мелом. А я пиццей. Ронда. Давай выпечем на секундочку. О, да, спасибо. Орешься! Красота! Наша вкусняшка. Она и во втором целлофане еще. Нет. Вот. Вот. Ура. Пошло дело. Пахнет мармеладкой. Как вкусно. Но поход. А ты со мной поделюсь? Это банан. Да, поделюсь. На. Давай. Я поняла, это не пицца, она не вместе, это просто фрукты, они как бы по отдельности, но в виде пиццы. Остаток от пиццы? Ну, возьму одну секундочку. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Парфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом лит? Что глаза мозолю? Оказалось, что вокруг тебя весь мир кружит.